Проблему решают сразу двумя способами. В действующих детских дошкольных учреждениях строят пристройки, возводят и новые детские сады. В частности, в микрорайоне Кудепста. Будущее дошкольное учреждение рассчитано на 280 мест. Строители сейчас приступили к заливке стен цокольного этажа во всех трех корпусах. Сдать этот объект должны к концу года. Есть поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина решить до конца этого года задачу с тем, чтобы дети от 3 лет могли получить место в детском саду или же в группе продленного дня или неполного дня. И в рамках этих задач мы в городе строим 3 новых детских садика. Задача только одна. Мы в обязательном порядке должны в этом году эти объекты сдать. По нашему плану графику, который пересмотрен и с подрядчиками проведена работа, планируем до конца мая, максимум до 5-6 июня выйти в план график. На сегодняшний день фактически вышли по Калараш-Малышево, уже в график зашли в работы. Идет отставание на Волковке, к сожалению, на сегодняшний день, и Кудепст. Глава города потребовал увеличить темпы строительных работ. В целом, за последнее время в Сочи существенно удалось решить вопрос с местами в детских садах. Уже построено 3 новых дошкольных учреждения и 11 пристроек к имеющимся. Это позволило увеличить количество мест на 2500. Говорили на встрече и о новых школах. На курорте их должно появиться 2 – в поселке Совет-Кваджа Лазаревского района и на улице Ландышева в микрорайоне Мамайка. По этим объектам уже летом будет получено заключение госэкспертизы. В начале следующего года строители должны приступить к возведению этих образовательных учреждений. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.